Значит, вы видите, когда садишься в машину, написано Ford. Немножко зажигается подсветка здесь. Ночью она будет видна получше, я вам покажу. Но давайте заведем машину. Значит, нажимаешь на Engine. И как бы ничего не случается, да? Значит, написано Ready to Drive, то есть готово ехать. Значит, Range 472 мили, это 600, где-то 650 километров. Вот, появляются тут всякие вещи, допустим, это радио, климат можно отрегулировать, то есть стоит 65, пусть будет стоять так, телефон сейчас я подключу, навигация есть, окей, замечательно, то есть я поставлю то, что мне надо поставить, и все. Окей, замечательно. А то раньше не было навигации, знаете, было немножко неудобно. Так, что тут еще есть? Аппликации всякие, значит, я добавлю сейчас свой телефончик. Что здесь? Всякие applications, но мне они не нужны. Power flow. А, это значит регулируется, как машина едет, в принципе, как регуляция идет. Рассказывает мне, что там батарея заряжается, не заряжается, но мне это не надо. Что можно сделать звук, settings, можно сделать звук, отрегулировать, я люблю, когда бас, я люблю, когда вот так, что тут еще есть, ну, в принципе, все, вот, но я очень рад, что здесь находится навигация, значит, здесь все просто, я просто поставлю на авто здесь этот самый кондиционер, я не буду с ним больше это самое морочить голову себе. Я люблю ставить на 68. Вот видите, я поставил, все, он будет сам выставлять, не надо вентилятор делать, ничего этого делать не надо. Значит, здесь, как вы видите, это вот переключение коробка передач. Очень так интересно, знаете, необычно. Вот, здесь что у нас? Ну, это экономическое. Сейчас я нажму эту кнопку, и что у нас будет? Ничего не будет, она сразу в экономик идет. Окей, экономический этот режим. Что тут у нас еще? Окей, ну, место здесь. Вот, ну, пока тут ничего такого удивительного нету, за исключением того, что это гибрид. Вот, ну здесь все просто, это этот cruise control, это можно говорить голосом, команды давать и так далее. Ну вот телефон этот самый тут контролируется. Здесь у нас что? Здесь у нас эти дворники и тут свет, все. Я потом буду ехать, я вам скажу дальше больше, что мне нравится, что не нравится. Окей. Мне очень нравится, кстати, то, что они сделали с зеркала. Видите, здесь как бы было вот так вот, не было видно целого угла, но они, видно, поняли, что это ошибка, потому что на других моделях не было этого вот стекла. А так видно, когда поворачиваешь, видно левую сторону очень хорошо, и зеркало не закрывает левую сторону. Окей, значит, тут еще свет есть, регулировка. Что это? А, это багажник открывается. Я вижу. Что у нас еще здесь есть? Руль можно опускать. Я его сейчас опущу вот так вот. Так, опустил. Я люблю, когда руль низко. Вот, ну, хорошая машина такая, нормальная. Она стоит $40 в день. Вот, нет, не 40, $30 в день. $30 в день. Окей, сейчас я попробую поставить навигацию. Давайте попробуем, как ее ставить-то. Ага, меню. Так, значит, что я должен сделать здесь? Навигатор. Значит, назад. Ну, надо мне подумать, разобраться, потом я вам покажу. Ну, хорошо. Я когда буду ехать, я включу вам больше и покажу больше.